Контрольные рейды каждый день. На этот раз чиновники проверяют маршрутные такси вечером на улице Гончарова. В зоне внимания культура обслуживания, соблюдение графика, безопасность. Основное количество жалоб на работу общественного транспорта приходит по территории города Ульяновска, по территории области. Там налажено транспортное сообщение, гораздо реже ходит, но регулярно, и автобусы среднего класса, в основном ПАЗы. В городе Ульяновске сложилась вот эта транспортная система, досталась нам в наследство, когда в основном работают частные перевозчики. И вот те нормы, которые работали, или мотивации в 2000-х годах, они сейчас уже не работают. Перевозчиков много, как и машин. Контролировать их в онлайн-режиме сложно. Кроме того, сами документы, устанавливающие право перевозить пассажиров, не содержат обязанности для водителей курсировать до позднего времени. После 22 часов работать становится невыгодно, субсидий нет. Поэтому никто не едет, а жизнь в городе замирает. Но решение есть. Когда заключается контракт, перевозчик выполняет эти, и у него есть и санкции за это, и у него есть оплата, что он делает. Опрошенные нами на остановке горожане работой транспорта довольны. Нареканий нет ни по частоте автобусов, ни по тому, как они ходят. Маршрутки ездят вполне нормально, то есть задержек никаких нет. Каких-то нарушений я не замечал. Очень редко езжу, поэтому довольна. Ездят часто, но некоторые маршрутки могли бы получше сделать, так как они ездят очень редко. Собственно, из-за этого многие опаздывают. Кроме того, предлагается провести ревизию по организации перевозчиками процедуры предрейсового контроля технического состояния автобусов, а также создать ситуационный центр для контроля за ситуацией в общественном транспорте. Приоритет – пассажирам должно быть удобно, а перевозчику выгодно. Рейды продолжаются, проверки грядут, в улучшении ситуации заинтересованы все. Павел Половов, Юрий Ломатов, новости Ульяновской правды.